траурных мероприятий здесь, в столице. И Сергей Александрович Белов. Атака с дальней дистанции и сравнивает счет. Киберштис. Средним попаданием отметилось. И аналогичными результативными действиями. В центре обыграл Жужгову. Та сейчас потеряла мяч. И вот так вот решает проблему в раннем нападении Евакрамова. Энергии, собственно, на это и был расчет в ранней атаке. 3 очка. И Киберксис сумел уйти. Жужгову на защиту не оставляют. Посмотрите, проносится через всю площадку. И не смогла энергия остановить забег Эглеснёка. 20-19 после штрафных Кайл Александер, но тут же проваливается оборона. Активно сегодня сестры Снёкайте. Пока аргументы российского клуба достойнее, но вот 3-очковые пропускают. Царёв Александровича составляет мяч. Бросок в лицо. Хороший проход в правую сторону. И в первом матче усилила игру своим выходом Александровича. Мастеровитая такая. Чем ответит Литва? Уверенными действиями Александровича с 12 очко. Пока. Результативный проход Евы Крастини. Уверенно. Речка. Валентины. Здорово. Здорово, и это ее траектория, ее бросок. Огрызается. Киберштис вновь до 11 очков сокращает отставание, но время уже работает. Не попало по кольцу. И вот ответ быстрый и результативный. Третий из